Здравствуйте, мои дорогие дачницы и все, кто смотрит мой канал. Очень хочу поздравить вас с Международным женским днем 8 марта и пожелать вам, чтобы в ваших домах всегда было тепло, светло и радостно, а ваше небо было безоблачным и мирным. Будьте счастливы и любите друг друга. А я, Галина Любимова, всегда буду с вами. По-прежнему буду делать для вас нужные фильмы, искать новые методы и идеи, чтобы облегчить ваш труд, дачный труд, и чтобы ваши дачи были здоровыми и радовали изобилием. До новых встреч на канале!